Nokia 1680. Замена микрофона. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1680». Чаще всего микрофон работает некорректно из-за того, что пыль, влага и прочий мусор зацементировали выходное отверстие на корпусе аппарата. Иногда для устранения проблемы достаточно аккуратно прочистить выходное отверстие иголочкой или зубочисткой. Микрофон меняется несложно. Заостренным инструментом мы извлекаем микрофон из корпуса. Пинцетом устанавливаем новый микрофон в нишу. Контактная площадка микрофона на плате круглая, так что особого значения не имеет, как мы установим микрофон. Все, микрофон заменен.